Но перед тем, как рассказать о главных столичных темах, коротко о ночных происшествиях. Лобовое столкновение на Кутузовском проспекте. 49-летний водитель BMW пересек сплошную, выехал на встречку для обгона и влетел прямо в машину скорой помощи, которая при этом ехала на вызов. От удара легковушка пролетела несколько полос, зацепив еще три автомобиля. Услышал столкновение. Побежал сюда, открыл пассажирскую дверь, потому что машина больше всех это была повреждена. Я позвонил 112, всех вызвал. Пульс еще у человека был. Получается, он на выделенку въехал в лоб просто этой скорой. Взрослый, да, мужчина? Лет за 50, может 40 с чем-то даже так. А он один был внутри? Один, да. А подушки сработали? Сработали. В результате аварии водитель BMW не выжил, еще трое участников ДТП пострадали, дорога была усыпана осколками и деталями машин. Все пять полос Кутузовского проспекта в сторону центра пришлось перекрывать, ну а машины пускали в объезд по встречке. Если вдруг вы станете свидетелем какого-то происшествия или чего-то необычного, вы также можете снять видео, прислать нам на наш эфирный телефон 8 926 266 2424. Дублируем вот на ваших экранах.